Раньше перейти эту дорогу можно было с трудом, хотя здесь и были установлены знаки, говорящие о том, что здесь пешеходный переход, но из-за отсутствия разметки не каждый водитель останавливался, чтобы пропустить людей. В последнее время такие случаи участились, и работники НПО имени Лавочкина обратились к депутату для решения важного вопроса, связанного с безопасностью жизни сотрудников предприятия и жителей микрорайона. После встречи с членами профсоюза Михаил Раев обратился в администрацию городского округа и Химдор для устранения нарушения со стороны подрядной организации, которая проводила ремонт дорожного полотна. А уже сегодня ночью подрядчик восстановил разметку на пешеходном переходе. Раньше здесь было невозможно переходить, потому что машина за машинами, а здесь поликлиника рядом, людям надо проходить. Ну, кто остановится, а кто продолжает нестись. А сейчас большое спасибо за то, что сделали такие хорошие дорожки. Разметка появилась сразу на нескольких участках дороги, около Ленинградского шоссе и на пересечении Союзной и Пролетарской улицы. Появление зебр оценили не только сотрудники НПО имени Лавочкина, еще и местные жители. Ну, лучше, конечно, открашено, по глазам бьет, стало. Вечером едем, ребята красят, все чудесно. Завод, люди ходят на завод. Вот этот переход нужен очень, потому что заводчане туда-сюда, Пятерочка, Дикси, завод. То есть без этого, конечно, здесь никак. Всего сотрудниками НПО имени Лавочкина было выдвинуто около 50 инициатив. Многие уже начали притворять в жизнь, а остальные взяты в разработку. Все они опубликованы на сайте HIJ-Online, где каждый химчанин сможет проголосовать за любую понравившуюся инициативу, а та, что наберет больше всего голосов, будет реализована в первую очередь.